Я считаю, что Конституция наша, она оккупационная, и ее надо срочно менять. То есть там у нас такие вещи страшные записаны в Конституции. Ну, понятно, после как бы этой самой нашего маленького проигрыша в 90-е. У нас появилась оккупационная Конституция, по которой мы просто рабы, мы ничего не имеем права. И там масса как бы законов, по которым там, мы можем не имеем права идеологии менять, то есть иметь даже. Какую? Первый вопрос был, какая должна быть идеология? По Конституции никакая. То есть по Конституции мы должны тихо смотреть в пол, унижаться. И я считаю, что это очень правильная тенденция, немножко такая опережающая как бы событие. Но надо менять Конституцию по-любому. Там и с Центробанком очень много как бы всяких интересных статей, которые мы не имеем права вообще быть суверенными. Ну, уже пришло время быть суверенными. Вот, поэтому это очень правильно. Мне кажется, и по всем другим оккупационным вот этим статьям Конституции надо тоже внести какие-то изменения. Если пусть не технические, то хотя бы вот по факту.